А я к Семену полечу. Кому полетишь? Сука, блядь. Чего? Что, заколебала меня уже? Ты что, совсем? Что, совсем, что ли? Вот, сука, она раз десятая. Можно уже договорить? С прошлого раза у меня осталось недокрашенное пятно, так как кончилась краска. Я отыскал еще одну фиолетовую банку, но чуть-чуть потемнее. Поэтому слой получится не однотонным. Ну и ладно. Разумеется, я его не оставлю в таком виде. Вообще, эту работу хотелось выполнить в максимально кислотных цветах. И концепция фона должна работать на них. Поэтому намудрим, насколько это возможно. Но сначала нужно вырезать персонажа, чтобы потом приложить его к полотну, дабы понять, как, где и чего делаем дальше. Надо здесь, значит, сделать здесь розовую планету, а вот здесь тоже надо что-то сделать. Может, как-то хера знает, блин. Если честно, на тот момент я понятия не имел, что получится в итоге. Я просто начал экспериментировать. Хочу в углу планету. И в первую очередь закрашиваю то место белым цветом. Сейчас Вовка пытается сделать планету. Вот она. Такая планета. Она будет круглая планета. Решил воспользоваться одним очень интересным приемом, который однажды посмотрел у одного уличного художника на Арбате. Ну, знаете, те, которые рисуют картины за 40 секунд. Космос, там планеты и все такое. Ровно? Ну, сверху если смотреть, то пиздец как ровно было. В итоге она будет типа розовой, и не будем забегать вперед. Приоткроем дверку немножко. Пошел ветерок. Все, стоит, сохнет. Прекрасно. Где-то 5 лет назад я психанул и вырезал вот такой вот трафаретик. Как сейчас помню, что на него ушло около 4 часов, что ли. Время его немножко потрепало, но ничего. Хочу его использовать, чтобы создать небольшой оптический эффект вокруг планеты. Смотрю. Следующим слоем планеты будет розовая флуоресцентная краска. В теории она должна светиться под воздействием ультрафиолетового излучения. И чтобы она была максимально яркой, ее лучше всего наносить на светлые участки, в идеале белые. Вот почему я и начал с белой красочки. Теперь самое интересное. Заливаем 3-й финальный слой, и пока краска свежая, с помощью бумаги частично убираем ее, чтобы создать эффект рельефа и кратеров. Говно. Да вы, сука, уже все давно у тебя там, блядь. Затмение какое-то. Что это за белое, это какое-то? Блять, это халтура. Если это видео не вставишь, блядь, то ты конченая мразь просто. Да, иногда получается совсем не то, что ты планируешь. Важно в таких ситуациях не опускать руки. И смело импровизировать дальше. А чего остается-то еще? У тебя, блядь, она рвется и, блядь, в краску это все вхуячивает. Бля, можешь тряпку взять какую-нибудь обычную? Так, ребята, не учите отца. Как же его не учить, если отец бестолочь, блядь. Так, заткнитесь нахуй. Я творец. Ты, Вова, не творец. Ты, Вова, болтушка. Творец. Вы, наверное, думаете сейчас, блин, какая-то планета, пятно какое-то. Да, пока это просто пятно. Но вскоре оно приобретет привычные для планеты круглые формы. Потому что я положу на нее круглую крышечку от банки с печеньями. И плотненько закрашу все вокруг нее по контуру. Бац. Продолжаем. Теперь мне захотелось внести в картину немножко экспрессии. Чтобы не запортачить уже готовую планету, аккуратненько ее заклеиваем. У меня в арсенале есть вот такая вот самодельная кэпа, которая плюется каплями.
Да, вот ей я сейчас и поработаю. Ну, вообще, изначально хотел сделать обычный космос. Но в итоге понесло в какой-то сюрреализм. Когда полотно находится вот в таком вот вертикальном положении, то крупные капли, которые попадают на него, приобретают такую вот овальную форму, потому что начинают стекать вниз. Я решил использовать этот момент и начал менять местами положение картины, тем самым добавляя другое направление движения капель. Получилось интересненько, но вот все равно чего-то не хватает. Тут какой-то низ пустой. Надо что-то придумать. Ну, например, одену needle cap на зеленый. И, господи, я не знаю, ну... ну, а что, например, если перевернуть картину и... Вот. Needle слишком мало льет. Тут будет уместнее fat, мне кажется. Ну и все-таки все равно как-то простенько. Во, точно. Сейчас сниму все излишки зеленой краски и добавлю туда бирюзового. Выглядеть это будет посложнее, значит, и поинтереснее. Трафаретная техника – это техника весьма четких последовательностей и таких же четких граней. И очень интересно смешивать ее вот с таким вот экспрессивным способом создания фона. Не знаю, конечно, что у меня в итоге получится, но это же самое интересное. Посмотрим. Хочу напомнить, что стенка в моей группе ВКонтакте открыта. Многие ребята уже поделились своим творчеством и накопилось немало постов с крутыми работами. Если у тебя тоже есть что показать, то показывай. Как планета, блядь. Он, блядь, с топором и розовая планета. Он пидор, что ли, по-твоему? Суки.